Всем привет! Сегодня мы будем готовить вкусное печенье с кремом. Для самого печенья нам понадобится 2 стакана муки, 3 четверти стакана сахарной пудры, 200 грамм сливочного масла, 1 пакет ванильного сахара и щепотка соли. Здравствуйте, я сегодня только посмотреть. Хорошо. А для крема нам понадобится 50 грамм сливочного масла, 110 грамм крем-сыра, 1 стакан сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара. И по желанию можно использовать мелкие ягоды для украшения. Для начала нужно взять и смешать с сахарной пудрой. Ой, извините, 2 стакана муки. И 3 четверти стакана сахарной пудры. Нужно их вместе хорошенько перемешать. Дальше включаем духовку на температуру 170-180 градусов, чтобы она успела нагреться. Когда все сухие ингредиенты смешаны, нужно добавить 1 пакетик ванильного сахара и 200 грамм сливочного масла. И снова перемешиваем. Еще добавляем щепотку соли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сейчас повторю, что нужно сделать. Мы включили духовку на температуру 170-180 градусов для начала. А что надо сделать? Включить духовку на температуру 170-180 градусов, чтобы она успела нагреться. Что нам дальше делать? Погоди, Кристин. Хорошо. Я поставила. Хорошо, дальше нам нужно смешать 2 стакана муки, 3 четверти стакана сахарной пудры. И щепотку соли вместе. Смешивать. Там было не 3-4 стакана сахара. Ну, так было 4 пакета сахара. Ничего страшного, мы как раз три высыпали, вот там один.
Мы с самого начала включили... Сколько соли? Что? Сейчас буду мешать. Хорошо. А чем можно мешать, Кристина? Ложкой? Поварёшкой? Можно ложкой, можно венчиком. Я делаю венчиком. Так, Демьян настолько что присоединился. Мы сначала включили духовку на температуру 170-180 градусов. А потом смешали 2 стакана муки, 3 четверти стакана сахарной пудры и щепотку соли. Я смешала. Хорошо, подождем немного, чтобы... Ничего страшного, если комочки вот такие вот от муки остаются. А дальше что? Дальше нам нужно добавить туда 1 пакетик ванильного сахара и 200 грамм сливочного масла. Просто 200 грамм масла сливочного? Это мне. Нет. Да. Ну ладно, я спрошу сейчас. Надо сделать что-то с маслом. Например, растопить. Нет, растапливать не надо. Одно должно быть кулька. Масло должно быть комнатной температуры. Если оно холодное, то нужно натереть на терке. Нет, у нас комнатная температура. Дальше перетирать. Масло, если оно холодное, то натирать на терке. У меня на комнатная температура. Тогда ничего не надо делать, просто добавляй. Добавила. И теперь смешиваем, чтобы получилось тесто. Сначала смешиваем ложкой или венчиком, а потом уже... замешиваем в руках. Спасибо. Я с этим не сильно. Что? Да нет. Варя поможет. Как у вас дела? Сегодня? Отлично. Хорошо. Вот решила сделать первое свое печенье в жизни. Здорово. Еще ни разу не готовила. Рецепт этого печенья простой, так что я уверена, у тебя получится. Я тоже на это надеюсь. Вот такое вот у меня получилось тесто. А у меня еще ничего. У меня еще получилась каша-малаш. Ну, нужно хорошо вымешать, и получится тесто. Ароматное. Я люблю просто запах сливочного масла. Вот для меня ароматно. Забрала ковш.
меня какие-то комочки остаются. Ну, попробуй вымешать хорошенько, их не должно остаться. Ну, я постараюсь. Хорошо. Я добавила еще чуть-чуть масла. А, нет, воду не надо. Нет, я не воду, я масло добавила. А, нет, это мне пишут в личку, спрашивают, значит, воду не надо. Отвечаю. Тесто получается приятным очень. Когда вы закончите, скажите, чтобы мы продолжали. Как тебе показал масочка, колбасочка, ковшечка, вот так вот зачеркиваешь и сменяешь. Так, иди. Давай, мама, сделай. Хорошо, вылазь, выходи. Я только смотреть буду. Хорошо. Я вообще на все только смотреть, потому что чаще всего там оказываются ингредиенты, о которых я вообще не знаю, не ведаю, что это такое, с чем его едят. Понятно. Вроде из какого-то мультфильма или еще из чего-то. Персонаж говорил, не знаю, не ведаю, с чем его едят. Да. Ну, а теперь точно сова такое говорит. Понятно. Есть книжка такая про зверей. Что? Есть книжка такая про зверей. Истерика. Не надо уже все здесь. Это. Никогда со стола обратно не едет. Я уже сделала тесто. Хорошо. Теперь делаем маленькие шарики. Маленькие шарики. Шариков должно получиться примерно штук 30. 30? Примерно. А куда их потом складывать? А, на противень смазанную маслом. Угу. А, такого размера примерно они должны быть, да? Такого примерно. Да? Поменьше надо. Поменьше? Да. Какие? Чуть меньше грецкого ореха. Меньше грецкого ореха? Можно брать, ну, это тесто чайной ложкой и класть на противень. Кристин, а шарики надо сплюснуть? А, совсем немного в центре. Ну, чтобы примерно вот такие вот получались. Они у тебя очень большие. Что ты думаешь? На противень кладем шарики. Просто шарики. Да. А вот такой вот шарик какой? Нормальный? Нет, он тоже очень большой. Сейчас покажу примерно, какие шарики надо делать. Какого размера.
Вот такие вот. Ого. Ох, хотя бы мухи больше. Вот такие вот, Кристин? А, да, примерно. Ну как ты думаешь, такого расстояния между шариками нормально? Нормально. Они у нас так будут выпекаться вот такими вот маленькими и круглыми? Нет. Я знаю. У меня пока 4 шарика есть. А у меня уже, я делаю 6 сейчас. У меня они не очень, правда, не сильно круглые, не как у тебя. Ничего страшного. Печенье от этого не станет менее вкусным. Понятно. Кстати, Кристина, интересный факт, что это тесто можно просто есть, потому что в нем нет сырых яиц. Да. Но уже готовое печенье будет вкуснее, чем тесто. Ну, я тоже так думаю. Я тут столько всего приготовила. У меня вопрос. А можно эти печенья делать не такими вот кругленькими, а формочками? Или просто, например, сделать? Можно делать формочками, но тогда нужно выпекать на другой температуре, поскольку они будут тоньше, либо в другое время. Потому что они будут тоньше. Вот. Я решила, что, Кристин, я теперь к тебе каждое занятие буду подключаться. Отлично. Если мама... Будем готовить вместе вкусняшки разные. Да. Я помню, моя сестра Варя, думаю, ты ее помнишь, она приготовила торт с солеными орешками и с соленым сыром. О, вкусно, наверное. И соус еще был такой сладкий, что папа даже про него пошутил. А сколько у вас уже шариков получается? У меня 3, 6, 10, 7, 8, 9, 10. 11. У меня уже 10. А у меня 11. Молодцы. Кристина, а вот масло в твердом или жидком состоянии? Оно должно быть комнатной температуры. Если нет, то натереть на терке. Хорошо, спасибо. Угу. Ведь вот такие же вот шарики, это нормальные? Сейчас. Да. Вот у меня плюс-минус они одинаковые. Правда, это тесто до невозможности сладкое. Я сейчас, наверное, буду после него пить, потому что оно до невозможности сладкое. А вот такое примерное расстояние между ними нормально будет? Да. Отлично. Я решила это помазать таким вот жидким маслом.
чтобы побыстрее. То я это тесто полгода замешивала. Ой, мне кажется, тут будет больше, чем 30 шариков. Ничего страшного. Ну, будет, значит, больше печенья. Что? Ну, будет, значит, больше печенья. Да. Я с утра в 8 утра пошла в магазин, чтобы приготовить. Потому что я очень сильно хотела. Ну, это печенье получится очень вкусным. Я ты тоже уже готовила, что ли? Да. Круто. Я собираюсь стать преподавательницей по лепке и по кулинарии. Ну, салатомания, динамания. Кристин? Да. А ты когда-нибудь пончики готовила? Нет, это делала моя мама. Но получалось очень вкусно. Понятно. А у нас не было крем-чиз, поэтому мы решили заменить взбитыми сливками. Угу, хорошо. А мы купили Альметто, такой же нормальный сыр? Какой? Ну, Альметто есть такой сыр. Да, наверное, подойдет. У нас просто другого творожного сыра нет. Понятно. Да, голос не хочет выниматься из теста. Куда он вообще здесь? Куда он вообще здесь взялся? Все, ура, он вынулся. Ой, я тут тесто немного на пол просыпала, но я думаю, мама меня простит. Все равно их не будет дома до 7. Они уехали в кино с сестрой на... Это как там? На «Властелин колец». Я решила поготовить, почему бы и нет. Ну, здорово, значит, сделаешь им сюрприз. Ага. Они, правда, об этом сюрпризе в курсе, но они не знают, как у меня красиво получится. Я буду стараться. Кстати, сколько у тебя шариков, Кристин? Ой, у меня уже 28, у меня еще и тесто полно, и места полно. Понятно, здорово очень. Когда печенье выкладываем на противень, немного сплющиваем сверху. Угу. Ямку делаем такую. Ямку, да? Я до сих пор готовила лишь печенье и пирожки с мамой. И самостоятельно очень-очень... Ну, самый простой салат, который обнаружился в книге рецептов для детей. Там надо потереть морковку. А у меня одно печенье развалилось, сейчас поделаем. И добавить сахар и сметану. Короче, ничего сложного. В эту ямочку, которую мы сейчас делаем, когда печенье испечется, мы будем класть крем в эту ямочку. Круто. Мне кажется, мне придется делать на второй заход печенье, потому что тесто у меня еще дофига, а место уже кончается. Это хорошо, будет больше печенья вкусного. Да, я еще подругу хотела позвать, вот подругу угощу. Чем больше, тем лучше. Я тоже так считаю. Весело будет, наверное, скорее всего. Главное, чтобы у меня мои масипусенькие печеньки не развалились. А сколько минут надо выпекать?
Выпекаем 10-15 минут на температуре 70-80 градусов. Ой, 170-180. Я думаю, на 78 они никогда не испекутся. 80. У меня снизу печенье должно совсем немного подрумяниться. Сверху печенье должно остаться светлым. Кристин. Да. Вот так вот надо было сделать печенье. Я просто... Они у меня все покатились. Сейчас я лучше... Ну, мне не видно. Сейчас я лучше компьютер наклоню, а то у меня все покатились. Так, ты здесь и ты здесь. Сейчас... Ну, вот как-то где-то... Ну, вот так. Плюс-минус. Да. Отлично. Осталось сделать ямы. У меня еще осталось много теста. Я боюсь, что у меня это сейчас печенье развалится. А такие вот, Кристин, ямы нормально? Да. Отлично. Я буду их в руках сжимать, чтобы не развалились. Если вы закончили, я вам покажу, как делать крем. А надо их сейчас засовывать в духовку? Да. Выпекать 10-15 минут, чтобы снизу печенье немного подрумянилось. Сверху печенье должно остаться белым. Почему белым? Ну, светлым. Белым оно навряд ли получится, потому что оно у нас уже персиковое. Ну, оно должно быть светлым. Окей. Вот. Кстати, у кого сколько печенек получилось? У меня 35. У меня 36 шариков. Это хорошо. У меня четное получилось. А у меня нечетное. Ну ничего, одна печенька будет какая-то не такая. И они будут все одинаковые. У меня все руки в масле. Я потом их пойду мыть. И мне осталось... Хорошо. В 12 печеньках ямки. Хорошо. Когда вы все закончите, скажите, мы начнем делать крем для печенья. Это конца края не видно. У меня уже не знаю, наверное, 41, а теста еще очень много. Теста, наверное, еще на 12 хватит. Ну, ого, классно. У меня еще на штук 15 точно. Сейчас я... Что? Кажется, эхо. Для крема нам понадобится 50 грамм сливочного масла,
110 грамм крем-сыра, 1 стакан сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара. Кристин, а вот так вот нормально печенье? Да. Отлично, тогда я их сейчас засуну. И для крема еще по желанию можно использовать мелкие ягоды, чтобы украсить. Ну, это по желанию. У него полно этих ягод. Отлично. Все, я засунула. А, ребят, ягоды не для крема, ягоды нам понадобятся. Когда печенье будет готово, нужно помазать его кремом. И в центр, если есть, можно положить ягодку какую-нибудь мелкую. Сейчас я остатки теста уберу с места. Потому что я как бы на пол насыпала. Хорошо. Я засунула. А миска нужна для крема? Да, мы будем делать крем в миске. В маленькой миске. Как его делать, мне интересно уже. Ну, для начала нам нужно смешать масло, сахарную пудру и ванильный сахар. Можно уже начинать? Да, можно. Кристин, а если такая проблема, нет ванильного сахара, но есть пакетик ванилина, ты писала. Можно, можно. Так, стакан сахарной пудры. Так, мне нормально тут сахарной пудры? Наверное. Посмотрим. Если это ровно стакан, то да. Ну, вроде бы, я отмеряла. А что мне дальше делать? У меня уже первая партия готова. Я вместо ванильного сахара ванилина добавила. Сейчас мы уже начинаем делать крем. Мы пока смешали сахарную пудру. Сахарную пудру 1 стакан. 50 грамм сливочного масла и 1 пакетик ванилина. Мы пока это смешиваем. Это будет у нас для крема. Демьян, пожалуйста, скажи, какой консистенции у тебя тесто получается? Слишком сухое или слишком жидкое? Ну, можно сказать, что не слипается. У меня тут, ну, мука, масло, натерки, которые я натер, и сахарная пудра, там щепотка соли, ванильная. Масло должно оставаться, когда ты все перемешал? Жидкое. Дими, пожалуйста, показать, как у тебя выглядит тесто. Да, сейчас. Как-то так.
тесто. Надо вымесить, ну, вымесить лучше. Либо масла недостаточно, либо оно просто еще не нагрелось. Так что ты еще помешай и посмотри, добавить еще масло или... Крем примерно такой должен был получиться. А что? Крем должен был такой примерно получиться, который я сейчас показываю. Жидкое, у меня получилось какое-то жидкое масло. Я все смешала. Ну, сейчас мы еще не закончили с кремом. Нам нужно добавить сейчас 110 грамм крем-сыра. А если у тебя 140 грамм? А, нет, 150. Ну, лучше поменьше. Окей, сейчас поменьше добавлю. На глаз отмерю сейчас. У меня просто руки в маске, я не могу оттереть. Точнее, а сколько минут выпекать? Печенье выпекаем 10-15 минут, чтобы снизу немного подрумянилось. И, Демьян, ты возьми маленький кусочек теста и вымеши его. И тогда уж будет понятно, нужно еще добавлять или просто нужно вымесить еще. В руках надо вымешивать. Маленький кусочек теста. Я уже размешиваю крем-сыр с остальным для крема. Я плюс-минус 110 грамм добавила. Надеюсь, что я добавила именно 110. Есть. Я по чуть-чуть крема, потому что у меня его немного. Хотя я могу сейчас еще сделать, думаю. Хотя нет, мне сыра не хватит. Нет, тут его немного, у меня будет через одну крем. Или оно, его будет немного. Каждой печеньке по чуть-чуть. Понятно. Ну, ничего страшного. Главное, что будет крем. Будет обязательно. Сейчас я все в одну штуку. В креме не должно быть комочков ни от сахарной пудры, ни от крем-сыра. Стараемся, ну, если есть комочки, то лучше перемешиваем, чтобы их больше не было. Ну, не, у меня комочков нету. Я вот сейчас по всему крему прошлась, у меня ни одного комочка я не нашла. Почему не то, чтобы без комочек? Вот я сейчас как раз размешиваю комочки, чтобы их больше не было. Почему надо без комочков? Вот такой крем, Кристина, нормальный. Крем вот такой вот нормальный. Вот он у меня в уголке. Нужно еще перемешать. И комочков не должно быть, потому что они останутся, и в печенье это будет не очень вкусно. Где-то более сладко, где-то более солено и так далее. Невкусно. Вот такие вот печенья нормально?
Ну, мне не видно. Ну, наверное, нормально. Если... Я сейчас достану. Я лучше сейчас достану. Это, надо выключать духовку сейчас? Да, если печенье уже готово. Кристина, а что мы будем готовить в следующий раз? А, я пока еще не знаю, хотите приготовить в следующий раз? О, все, я достала их. Ну, мне хочется салат. Ну, может быть, приготовим. Вот такой вот у меня крем получается. Ух ты. Вот такой. Мне еще немного надо перемешать, чтобы комочков вообще не было. А у нас же спит лесничий. У меня тесто вот прям не допеклось. А можно? Они прям чуть-чуть вот. Кристина. Когда остынет, печенье станет жестче. Я просто, оно сейчас очень мягкое. Ну, когда оно остынет, я сказала, уже будет жестче. Может, у тебя печенье снизу подрумянилось? Ну, чуть-чуть. Ну, тогда уже готово. Кристина! Да. А крем можно на горячее печенье или надо, чтобы оно немножко остыло? Нет, нужно, чтобы остыло. Это нормально, что они у меня очень маленькие получились? Ну, в принципе, ничего страшного. Мне вот печенье... Я смотрю, Кристина, вот такие вот сейчас получились, видно? Да. Такие нормально? Да. Вот у меня вот такие вот печенюшки получились. Вот это со стороны... Оно должно быть с одной стороны светлым, а со второй вот румяненькой. Да, у меня тоже румяненькая. Угу. И в центр, когда остыло. И в центр, когда печенье остынет, выдавливаем крем и еще кладем ягодку по желанию в самую середину. Я сейчас возьму тарелку, и я, потому что на второй подход, я думаю, у меня получится уже без крема. Но я положу туда зато побольше ягод. Ну, вместо ягод тоже можно положить какие-нибудь шоколадки. Например, Skittles или M&M's. Или я просто другую шоколадку. Кристин, можно я пока вот эти вот, которые первый подход на тарелку выложу? Там... Можно. Так, Саша, что ты хотела спросить или сказать? И можно еще монопасье, да, положить вместо ягод? А, да, можно. Главное, чтобы было мелкое. Ну, не очень крупное, точнее. Да, у меня не очень крупное. Хорошо. Так. Я только смотрю. Мы
Можно, если место кончается, друг на друга их ложить? Погоди, Кристина, мне тут кто-то решил позвонить. Друг на друга лучше печенье не класть, ведь там же крем. Тогда можно сделать сэндвич из печеньки. Печеньки. Это они пока остывают. Я на них еще крем не клала. Я сейчас просто, чтобы на второй... Тогда подход... можно. Чтобы на второй подход пошли, потому что у меня еще есть тесто много. Сейчас... Зря, конечно, духовку выпечила. А у тебя, Кристина, на второй подход остались? Нет. Не осталось, как так. Я не закончу. Не завершайте, пожалуйста, урок. Дальше. Я хочу посмотреть. У нас большой противень, поэтому у нас не осталось до второго захода. Ты молодец, Кристина, готовишь. Спасибо. Я вот тоже. Ну, это тоже. Ведь ты первый раз, и у тебя получилось уже классно. Ну, и не только ты молодец, всех молодец. У меня вопрос. А могут преподаватели тоже ходить на уроки других преподавателей? Какие милые печеньки. А что если сделать побольше? Можно попробовать. А преподаватели могут ходить на урок к другим преподавателям? Я сейчас вам покажу на одной печеньке, как класть крем. У меня вопрос. Да, Саша, они, ну, преподаватели могут идти на уроки других. Я тоже буду преподавателем по кулинарии, и вдруг вам будет интересно. Ну и по лепке тоже, и по окружающему миру. Понятно. Ну вот смотрите, берем вот так вот крем. И вот так вот кладем на центр печенюшки. Потом украшаем ягоды. У меня на больших пальцах только ягоды. Хорошо. Кладем только вот так вот в ямочку печенюшки, которую мы делали. И если у вас есть ягодки или шоколадки небольшие, можно вот совсем тут в центр положить. Красиво, Кристина, кстати, у тебя получилось. Спасибо. Ну, как говорится, ты уже не в первый раз. Если печенье положить в холодильник, то крем будет не жидким. А нам нужно, чтобы был жидкий? Когда наносим, да. А потом уже как вы хотите. Ну, я просто хотела на несколько дней растянуть это большое-пребольшое-пребольшое удовольствие. Ну, так мы, в принципе, закончили, если вопросов не осталось. Нет. Есть вопрос? Когда у тебя следующее занятие? Скорее всего, через 2 недели. Через сколько? Демьян, у тебя все получается? Получилось? Да, я печенье уже на противень кладу и, ну, делаю, короче, печеньки. Все супер. Отлично. Да. Молодец. Спасибо. Но я подключусь точно через 3 недели. Хорошо. Буду ждать. Отлично.
Итак, мы уже, в принципе, закончили. Демьян, ты запомнил, как делать крем? А у меня еще много. Я без крема. А, хорошо, ничего страшного, тоже вкусно будет. Да, спасибо большое. Не за что. Не забывайте отправлять фотографии вашего печенья в чат и скажите, вкусно, ну, нравится ли вам. Если у меня получится, я обязательно отправлю. У меня вопрос. Да. А кремом этим для печенья можно покрывать другие изделия? Ну да, можно этим кремом, этим рецептом крема. Привет всем, спасибо, что вы пришли на мой урок. Хорошего дня. Пока, Кристина. Спасибо большое, пока. До свидания. Пока.